принципе, все герои с большой рейнджи могут накидывать, и, соответственно, за счет этого ты и будешь играть. Инвокер. Инвокер появляется у нас для Сумаила. Мне, кстати, вот если будет... С Мипошкой может быть очень опасно. На Резолюшн уже идет выход. Резолюшн отходит назад, его подкопали. Юниверс нужно стрелять. Юниверс стреляет. И Резолюшн еле живой. Должны его здесь добивать. Резолюшн прокачивает стан. Становит разворот. Пальца со страйк. Попадает. И просто нереальное убийство. Но вроде, казалось бы, дефолтный момент. Но такой крик идет, будто только что команда Evil Geniuses сделала рэмпейдж и выиграла International. У Эфена и Сумаила. Правда, немножко рискует. Эфен. Живет. А вот Эншин до Париша внизу, видимо, нет. Напал Юниверс. Снова не один. Снова с помощью Санкинга. В свою очередь, Шейкеру лучше всего в леса не выходить. Тут Зая. Слушай, а могут убить. Санкинг или живой. Делает подкоп. Римнант пошел от Эфена. Эфен рвается дальше. Делает первое убийство команды Empire. Римнант полетел. Эфен. Тут Гостик. Зай получает лассо. Файерфлай работает. Пошел вортекс от Эншин до Париша. Зай или живой. Зай погибает. И еще одно убийство для коллектива Empire. 700. Лансер 4200. Так, тут лассо. Батрайдер нашел Юниверса. Можно быстро убить. ГДС от Резолюшена. Есть Cold Embrace, но не факт, что Юниверс выживет. У него нет липа, только лишь Мунлайт. Убивает Юниверса. Отличная работа от команды Empire. Идет Мипошка дальше. Вместе с Гостиком и Роджером должна быть фиссура, но у Роджера мало маны. Крит должен замерзнуть. Крит замерзает. Фаерфлай от Гостика. И это еще одно убийство для команды Empire. Empire делают 5 убийств к ряду. Evil Geniuses не сдали пока ни одного. Это то есть неприятно драться 3 на 5. Снизу Фантомас, ДД, Лансер. Нашли и Артизи настоящего. Полетела из Бласта. Хаслэм, Тотем быстро убили. Возможно, будет контратака. Evil Geniuses выходит. Стрела полетела мимо. Крит полетел на Артик Бёрни. Начинает бить по Роджеру. Роджер фиссуру в ответ. И Empire должны просто отсюда уйти. Но Мипошка слишком много урона. Юниверс и Старшторм в 4 и дабл дэмэдж. Но размен отличный. Размен вышел приятно. Нашли. Он тут около этого башни. Есть Винтерскер. Должна быть стрела. Очень четкая комбинация. Но Эфена должны убить. Да, Эфена погибает. Параллельно убили Санкинга. Ну, эту комбинацию ее вообще никак не законтрить. Только лишь Линкерсферу покупать. А вот если обойти и кого-то ударить спину, то есть все шансы. Артизи. Надо тебе настоящего. Да, Артизи ошибается. Стан. Есть ГДС. Есть Айсбласт. Есть фиссура. И Артизи просто в секунду уничтожают. Можно зацепить. Винтеркерс. Должна быть стрела. Да, Гостика, видимо. Хотя, слушай, Юниверс не поспевает. Гостик на фаерфлай уже полетел. Зай, подкоп. Стрела пошла. Стрела попадает. Но и Гостик все-таки погибнет. Торнадо от Сумаила контрольный. Убийство для Юниверса. Но минимальная потеря. В общем так, минимальная. Мипошка. Ой, как опасно ты пошел. Пошел один. Видимо, ставить варды. За это будет наказан. Вортекс, Айсбласт, Санстрайк. И погибает Эншин Парише. Артизи отходит назад. Стрела, это будет, конечно, для Резолюшна. Резолюшн здесь один. Он просто не выйдет из стана, если один будет. Резолюшн, ну, по-моему, да. Тут подкоп. Стрела, Санстрайк, ПКБ. Винтерскерса мы не увидели. Достаточно странное решение. Роджер фиссуру закинул. Резолюшн. Хаслэм просто провально от Роджера. Крит еле живой, Крит погибает. За это эпицентр. ПКБ у Резолюшна заканчивается. Получает Резолюшн подкоп. Полетел Асбаст. Резолюшн, верим. Нет. Но хотя Резолюшн до конца воюет, получает торнадо. И здесь его уже добьют. Грубая ошибка от Романа, очень далеко он зашел. Инсирование будет просто нереальное. Там с Айсбластом, с лассо. Опасно. И так далее. Гостик, рыб, Линкерсфера сбили. Отличная работа, очень круто сработал Гостик. Айсбласт полетел, чины, Сумаил или живой, Римнант и Сумаил погибает. Гостик в этой игре просто великолепен. Практически нет ошибок. 4-1-5, там еще фиссуры, слушай, сбили и Зая. Cold Fade, Зай не может двигаться, Зай должен погибнуть. Подкоп, и Зай погибает от рук Эфена. Ну, у ЕГЭ довольно-таки грубые ошибки. Они... Ну, ничего страшного. Ничего. Конечно, попытка была хорошая. На центре Гостик. Линкосферу сбил. Пошел Асану Сумаил. Нужна помощь. Пошел Айсбласт. Убивается Резолюшн. Был Бекенбарм. Сумаил убили. Сумаил из байбэк. Скорее всего, придется выкупаться. Скорее всего, нужно делать байбэк. Резолюшн. Врыв. Крит. Успеет ли уйти? Крит. Получает колфит. Получает стан. Получает Айсбласт. Врывается Фэн. И Крита убили. Крит без байбека. Опа, Артизи, да неужели хотят Evil Geniuses драться? Это может быть очень опасно. Роджер, врыв, Хесла. Под вами пошла фиссура. Артизи можно убить. Артизи лассо. Артизи погибает. Погибает также за минус 3 для имперцев. Нет двух байбеков у команды Evil Geniuses. Можно зайти. Убить. Врывается за. И подкоп есть. Резолюшн со страйк. Стрела Гостик правильно врыв на Крита. Блокинбар использованный. Платор на за есть. Начинает бить Крита. Крита очень больно. Крит покажет торнадо. Пошло Сумаил. Можно выдать весь прокаст. Убить Резолюшна. Метеорит классно. Резолюшн. Отличный прокаст. Хватит для этого Резолюшна. Кисвербили. Роджер оказался просто отвратительно. Все-таки смогли убить Свена. Параллельно добивать Санкинга, размен 1 в 1, пошел Мунлайт, Роджер остается без маны, еще и нет, ФН этого не хватило. 2 в 1 размен, и надо ФН забрать гейм, отсюда просто уйти. Браво, ЕГЭ, отличная защита в интервью. Позиция довольно агрессивная, откидывает себе верно бластом.
Смотрим. Резолюшн вместе с Роджером. Гостик полетел. Блатор на Крита. Сразу стан. Отличный подсейв. Крит успеет ли убить Крита? Крит еле живой. Хаслэм есть. Должен добить Зай. Погибает Крит. Погибает Зай. Размен 2 в 0. Идет Гостик дальше. Юниверс под блокинбарс. Аналогично. Артизи начинает бить Гостика. Артизи получает лассо. Гостик идет до конца. Артизи можно убить. Артизи в последний момент уходит в доппельгангер. Найдут ли настоящего Артизи? Артизи отходит буквально на 100 хп. Врывается Айфан дальше. Бочка полетела Юниверса. Гостик полетел за Юниверсом. Параллельно Артизи. Еле живой. Фисты. Манта ставил Артизи. Доппельгангер уходит на лоу-граунд. Артизи. Артизи. Телепорт. Полетела из базы. Успеет ли достать? Хватило Эфена. Слушай, а байбеков нет? Байбеков нет. ФН очень круто отпушивает, врыв от Резолюшн, установил блокинбар, Резолюшн. И неудачно, нету поддержки, просто нет поддержки, остальные ребята не успели Резолюшн поддержать, и ответочка. Оп, торнадо, пошло торнадо мимо, ФН врывает назад, Юниверс блокинбар, Старшторм, Гостик, лассо дает на Юниверса, можно убить, Ахаслай Морожер, за теперь Сумаила, отличная работа, Митерскерш, пошел от Биверна, в этот раз четко. И Мипошка пока живет, Мипошка под бластом отходит назад, Артизи пытается удобить, добили Мипошку, Резолюшн будет вырваться, там ФН пока, Резолюшн нужна помощь на иллюзии, сбивает постоянно блинкдаги, размен 2 в 2, Резолюшн. Роджер в Амизи, Роджер в Амизи. Ну, правда, и герой команды LG в Амизи, поэтому... Можно купить себе в будущем какой-то рефрешер, чтобы убрать иллюзию Фантомастера. Артизи, Хаслэм, Тотем, Фиссурка, Айсбласт, Чайны, Лассо. Ошибся, Артур. Добрый вечер, Артур. Да, снова ошибся. 100 секунд не будет лансера, есть байбек, КПМ. Ну, по вражескому лесу ему 100% бегать не надо. Очевидно. Резолюшн, врыв, Латор, стан, Варкрай, ГДС, Блакенбар, Кри, 1083. Далеко. Гостик, прыжок, врыв на Крита, отличная работа, Крита можно очень быстро убить. Это будет конец, Крит еле живой, Крита нужно добить. Крит получает колфит, получает Блаторн и Биверну убили. Биверну не будет 55 секунд. Роджер ждет момента, дабы ворваться, дать крутой ХСЛМ. Пока подкоп на Роджера, Резолюшн, врыв, стана Зая. Роджер пытается спасти, но слишком много людей. Остается Роджер и без маны, и без здоровья. Ошибся. 90 секунд без шейкера, параллельно на центре. ФН проблема, Хекс, ЕМП. ФН остается также практически без маны, но успевает сделать ремонт, отсюда уйти. Подкоп на Гостика, Гостик побитый, уходит в Юл, уходит также в Глиммер Кейп. Нужна хоть какая-то помощь, врывается Резолюшн, стан, моментальный минус. Зай, Артизи делают убийство, убили Гостика. Гостик моментальный байбек, Резолюшн отходит назад. Возможно, но нужно идти вперед, Резолюшну помогать. ФН. Потерял Аегис. Гостик, Напалма, Резолюшн, врыв, Юниверс успевает сделать три, получает стан, в итоге слишком далеко, но возможно смог Юниверс убить. Манта стайл, Юниверс, держать. Один Юниверс удар. Получает Блатор, нужно сделать один удар, его не хватило, но врывается ФН, делает убийство, Мираны. Мирана без байбека. Проблема будет у Сумаила, Сумаил, врыв от Резолюшна, лассо на Сумаила, Сумаила можно убить, это будет конец. Сумаил погибает, 120 секунд без мидера, команды Велжинис остается лишь Лансер и Виверна. Есть Винтерскерс, это еще не конец. ФН начинает бить Т4. Артизи пытается откидываться копьями, Митроскерс есть, Гостик, возможно, погибнет, Гостик форсав, Гостик поднимается, его убивает, Резолюшн стал по двоим, убивает одного, убивает второго, и это good game, победа Empire на первой карте, произошло чудо, друзья, произошло невероятное, имперцы выигрывают на первой карте уверенно, без ошибок, идеальная игра практически от каждого, минимальная ошибка. Которую я не особо видел на интернешнале, это Патма, хотел сказать, Underlord, хорош против Террорблейда, и в принципе, Империю он подходил, если Веномантер идет мид, как ты и говорил. Гостик прокачивает гель, Зай получает гель, получает замедление, получает урон, здесь выходит ФН, будет здесь прокачивать стрелу, рядом Роджер, можно круто подкопать, подкоп пошел, полетела стрела, и Зай должно убить, один удар остается, и First Blood оставляет именно ФНу. Отличное начало для команды Empire. Но Гостик пошел немного не туда. Тут Найтсталкер выходит, дает войд. Гостик еле живой, надо сделать один удар. И этот удар от Крита. Но Крит сам этот враг сделал, в общем-то. Очень круто блокировал. На центре Сумаил. Без фейшифта. Полетел он через секунду. Есть фейшифт. Уходит, нажимает фласку. Сумаил живет и... Нет. Все-таки ФН смог. ФН в ловушке оказывается. Есть у нее лифт. Но куда идти дальше непонятно. Тут еще Универс. ФН выбирает крутую позицию. Полетел арба. Арба не попадает. Но Сумаил просто на нее прыгает. ФН нажимает Free Fire. Выигрывает какое-то время. Нужно сделать один удар. Он делается. И Сумаил чуть-чуть не хватило. Добивает ФН. Ну, 4 игрока. Резолюшн пытается уйти. Резолюшн стан. Попадает по криту. Сумаил врывается дальше. Резолюшн. Все еще живой. Ставится дремкал. Попадает по 2. И мультимейт. Значит, профит делается. Убийство на Свене. Гостика. Решили не убивать. На свет, чтобы попушить. Роджера, возможно, зацепит. Да, спрутует. Роджер, карапасики, телепорт. Хорошая работа, но нет. Тут не отпустят. Могут пойти дальше. Общем... Могут пойти дальше. Пеньки все еще имеются. Форма ОТБ присутствует. И нужно обязательно заставлять стягиваться имперцев. Опасный телепорт от ФН. Пошел Айсбласт. Старшторм, Айсбласт, Партизи. Попадает все-таки краешком. ФН живо делает липаут. Гостик закидывает гель Партизи. Наступает ночь. Зай нажимает Darkness. Артизи пытается уйти. Резолюшн. Ставится спорты. Резолюшн очень долгий телепорт. Резолюшн под ультимейтом. Врыв на Артизи. Артизи должен быть Сандер. Сандер есть. Может дать его в тиммейта. Дает Гостика. Гостик закинул поезд нового. Мунлайт.
пойдут имперцы дальше, отходить нет смысла, ставится с центре, ставится опс открытым, мистер Скорс, отлично, можно сейчас добить Гостика, Гостик погибает, пошла стрела, стрела попадает, 5-секундная по криту, крит должен погибать, крит еле живой, крит погибает, рвается Сумаил, дает арбу, дает рифт, дает Дримкоил, попадает по троим, подкоп, айсбласт, Сумаил должен погибать, 290 здоровья, ушел фейшифт, но это вопрос времени, да, убили Пака, и в общем-то все получилось очень неплохо для имперцев, заметила Люзию. Ну и отходят назад Никс Ассасин. Тут интересно, тут ситуация 2-2. Резолюшн использует стан, резолюшн. Урна имеется. Ой-ой-ой. Что-то совершенно непонятное происходит. Смейкери команды Empire, резолюшн. Под сайленсом его забирает, не оставляя шансы. Да, необъяснимо, но факт, что сейчас произошло. Пытался, видимо, максимально своим быстро зафармить пачку крипов и просто уйти. Еще в итоге на фут Роджера полетел арбан, нужен Дримкоил. Не нужен Дримкоил. Хватило Эрифта. Ну, как-то да, честно говоря, странно. Резолюшн, как бы, с одной стороны, ну, он как бы видел, что там происходило, что там бегал Найсталкер, но с другой стороны, может быть, просто хотел быстренько зафармить. Он хотел дофармить, сделать блинкаут и телепорт. Но в итоге сделал блинкаут, ну и потом как-то вот пошел немного непонятно траектории, возможно, тот его так повела. И две совершенно ненужные смерти для команды Empire 8-11. Потому что это уже опасно. Ну, пики по-хорошему-то больно бьют вышку. Да, и все. Сразу лететь. Ну, отходят имперцы, понимают, что не получится здесь драться. Летит сюда крит, остается FN, резолюшн, ГДС, крит должен погибнуть. Хотя пока находится под холодным рейсом. Убили Сумаила, Сумаил теряет гем, только-только его купил. Но это был слишком авантюрный врыв. Ну и имперцы очень круто сработали, да. Отменили телепорты свои. Говорят, окей, телепорт, Мипошка, возможно, не успеет уйти. Да, Мипошка не успевает, но это минимальная потеря. Не так уж страшно, что погибли здесь Анштепаришин. За него дали почти 400, но вот не факт, что это последняя потеря. Зацепили еще и Гостика. Гостик отсюда также, видимо, не уйдет. Да. Ну, в любом случае, Т3 они забрали. Надо быть аккуратнее. Это Сумаил очень выходит. Может, Сумаил вышел, айсбласт, и Сумаил должен убить. Хотя пока есть колонный брейс, Сумаил пока живет, но без шансов. Но стрела от Фэна не прощает. Пака не будет, друзья. 70 секунд, и у Пака нет байбека. Да. Пойдут ли давить сейчас? Стрела полетела мимо. Роджер. Подкоп, по двоим, айсбласт, полетел, в Артизи, попадает, Сумаил здесь Мипошку должен убить, врывается Гостик, где же, господин, резолюшн, его пока нет, Гостик или живой, резолюшн ждем, резолюшн может ворваться, но это уже пока минус 2, проблема у Гостика, резолюшн ушел, а на топе тем временем падает Т3 башня от ФН, решили, ребята, не драться, Гостик на развороте против Юниверса, неплохо сыграно, Гостик. Хьюрикен Пайк, нужно отсюда уходить. ФН на топе ушел, решил не драться с Сумаилом. Крита попал 5 секунд стрелой, и на этом все. Могло быть намного лучше для Империи, но Резолюшн не успел. Хотя, возможно, не конец. Резолюшн нашел Зая, пару ударов, Зай погибает. Зай без байбека. Его не будет, 52 секунды. Гадают и стараются любыми способами отвоевать свою территорию. Ну, опасно, на самом деле. Без Анштепаришина имперцы готовы драться. У ЕГЭ очень мало вардов. Сумаила зацепили карапасами. Подгон немного поздно, Винтерскерс просто такой защитный. Окей, чтобы дальше пошли стрелы, вырывается резолюшн, а крит успеет любить крита, крит погибает, Белинкин сферу, Артизи вышел, рефлекшн, Артизи по двойным уроном, резолюшн против Артизи, резолюшн, за Артизи пошел, просто прогоняет его из драки прочь, Зай проседает очень сильно от ФН, Зай проседает резолюшна, минус Зай, байбеков у команды уже не нет. Артизи пытается уйти, параллельно убили Никс Ассасина, полетел айсбласт, Стар залетает под айсбласт, можно убить Артизи, Артизи живой, спруты, вот эти самые спруты, они ставятся, закрывают резолюшн, резолюшн не может пройти, нет форстафа, Сумаил живет, резолюшн под Дримкоил, он не может двигаться, пытается подойти к Юрису ближе, но он его разводит, Дримкоил заканчивается, спруты стоят, резолюшн не может выйти, ох, вот эти самые спруты. Блокинобар появляется у ФН. 10 секунд блокинг-бар, в таком лайте это и приятно. Сумаил Дримкоил по двоим. Напомню, там Аганим есть у Пака. Проблема у резолюшна. Стан, резолюшн простоит на месте, ничего не может делать. Пошла стрела. Стрела ни по кому не попадает. Резолюшн простоит на месте. Как же круто его катит. Резолюшн очень больно. Резолюшн можно убить, он заходит за башню. Сумаил дальше. Резолюшн арба. Резолюшн под лосорбом. Пойзен нова, отмен мастера параллельно. Резолюшн, неужели выживет резолюшн? Пока живет, а уходит все-таки на базу. Энштепарич размен на виверну. Проблема у Гостика. Гостика должны убить. Гостик погибает. Ну и размен становится 2 в 1. Хорошо. Эвил Женис выигрывает драку по Рошану. Рошан падает. Аегис для Артизи. Врывается ФН. ФН закрыт в спуртах. ФН ничего не может делать. ФН нет липа пока Артизи. Нажимает бабочку. Бежать Роджер нужно. Врывается. Роджер поднимается в Юл. Параллельно бежать убили Зайри. Резолюшн делает убийство. Роджер получает блатон. Погибает просто в секунду. Размен пока 1-1. ФН прыжок дальше. Артизи получает стрелу. Может убить Артизи. Артизи отходит назад. Мипошка, колфейт, врывается резолюшн, стан на Артизи, Артизи можно убить, но это лишь Аегис, этого мало. Нет ультимейта резолюшна, может быть слишком опасно, выкупается Найтсталкер. Здесь же Сумайл врывается, дает риф, дает арбу, дает Дримкоил, закрыли ФН, ФН не может двигаться, ФН получает довольно-таки долгий дизейбл, но пока все в порядке для имперцев.
Врывается Ресурс, что дальше? Стал по Артизи, полетел из вас, Артизи Блокинбар. Есть Сандер, Сандер имеется, но Резалиш напомню, имеет инки с первого. Артизи можно убить, Артизи или живой, Сандер дает крита, хорошо. Пока живет Артизи, за ним погони, просто бесконечно пользу новой сет Гостика. Битрс Кьюарс, какой же хороший Гостик падает в секунду от собственных тиммейтов. Ну и отходить надо назад. Резолюшн против Юниверса. Делает блинкаут, понимает Резолюшн, что нужно уйти. Просто нужно уйти назад. ФН, стрела по Зай попала, пару ударов. Раз, два, три, убили. Найтсталкер, ФН назад. Бежать. Артизи за ним. Роджер, выход. Артизи на хайграунде. Нашли. Роджер, выход. Резолюшн, прыжок. Успел. Артизи успел жать блоки. Бар, отлично. Дримкоил ставится по двоим. Артизи просто стоит на месте, начинает бить Резолюшн. Пошла стрела, стрела ни по кому не попадает. Лишь по крипу. Резолюшн все этот момент, чтобы ворваться. Пошла из взрывается Гостик на Артизи. Артизи можно очень быстро убить. Артизи Сандра идет на Гостик. Получает очень много урона ТПН. Артизи можно убить. Артизи нет больше Сандра. ФН стоит в прутах, ничего не может сделать. ФН просто пытается бить разворот Зая, пытается бить Крита. ФН до конца убивает Зай, можно убить Крита. Трипл килл, минус 4. Есть лишь один байбек, еле живой Сумаил. Сумаил также должен погибнуть. Сумаил пытается уйти на базу. Сумаил должен быть байбек, у Сумаила есть байбек. Но только все стрелы мимо. Подкоп на Артизи. Артизи можно убить. Айсбласт, Резолюшн, стан Артизи, Глиммер Кейп, Артизи, больно. Голден Брайс спасает Артизи. Крит дает Винтерскерс, ФН бьет Мипошки, ничего страшного, абсолютно наплевать. Сандер от Артизи. Врывается Резолюшн дальше, Артизи отходит назад. Резолюшн на развороте начинает очень больно проседать. Резолюшн может быть стрела. Сумаила попала. ФН один пытается убить. Артизи получает импейл, начинает бить ФН по Артизи. Артизи очень больно, Артизи абсолютно ритмана. Шрайн Артизи нажимает, пытается просто уйти. Дикое замедление от Скади, убивает Найтсталкера. Поднимает фьюл Артизи. Артизи можно убить, стан от Резолюшена. Артизи без маны, практически без хп, Сумаил близко, подкопали Артизи. Артизи можно убить, Артизи убивают, Артизи без байбека. Убивает Фэна, с Фэн моментальный байбек, ФН получает огон, убили Фэна. Пошли три байбека от команды Empire. Уже все летят на вторых травелах, на Роджера врывается Резолюшен, убивает Юниверс. Юниверс, до свидания. Сумаил просто стоит на фонтане, нет никого. Только один Сумаил на фонтане, ничего не может делать, пошел Айсбласт. На фонтан команда Вилжинис врывается. Сумаил делает убийство на Никса Сайсена. Пошел байбек. Остается практически голый трон у команды ЕГЭ. Т4 башня падает. Голый трон. Голый трон. Только два игрока. Байбеков нет. Крит. Стан. Получил. Два удара. ФН делает убийство. Имперцы творят историю. Победа! 2-0 против Вилжинис. Вообще можете в это поверить? Кто бы мог подумать. Команда, которая взяла замену на этом турнире, команда, которая осталась без своего кэрри, которая выступала до этого с ним очень хорошо, сумела за два дня натренировать себя до такого уровня, что она просто выбивает ЕГЭ со счетом 2-0. Браво, ребята. Просто красавцы. Что уже будет происходить дальше, абсолютно неважно. Имперцы уже сделали невозможное. Ну, Роме не привыкать. А учитывая, что происходит сейчас, мы хотим больше. Мы хотим победы дальше. Можно выходить и в топ-8, и в топ-6. А может быть и выходить в финал с командой Virtus.pro. Не, но с такой игрой они на самом деле могут очень далеко дойти, если будут играть настолько же хорошо. Да, трудно смотреть на лица Evil Genesis. Сумаил просто опечален. Ну, понятное дело, ребята сюда приезжали побеждать. Даже не топ-3, даже не топ-5. Только победа, но Evil Genesis покидает турнир. Имперцы эти эмоции. Имперцы не ожидали, что они сегодня победят. Я думаю, они не рассчитывали, что они смогут выиграть. Тем более выиграть вот так вот 2-0 и выиграть вот так вот красиво. Ну а ФН как мачо идет спокойно, говорит, да, так и должно было быть.